и потрясающе крутой с точки зрения восточных единоборств. And his name is Tong Po. Yeah. Тот самый Tong Po, он же Мохаммед Кейси, друзья, прямо здесь, на этой сцене. Интересно, будет ли драка? Are you gonna fight? Итак, еще один гость сегодняшнего праздника. Легендарный Мохаммед Кейси. Яна is wondering, are you going to have a fight tonight? Not tonight. Давайте все поприветствуем Мохаммеда. Welcome. people tonight here live. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. Спасибо to Angie. Спасибо to Karimov Suleiman. Karimov Suleiman. You know, I have to say something about Karimov Suleiman and Van Damme. They have the same thing. They have a point common. Я должен сказать, извините меня, что у Сулеймана Керимова и Жан-Клода Ван Дамма есть общее. They've been all their life promoting sports, helping children to find a place like what Angie and Karimov did in this stadium. Is just amazing. It's unbelievable. And that's going to help so many children to come over here and do sports. И Жан-Клод Ван Дамм, и Сулейман Керимов, они столько делают для спорта, особенно для молодых людей, которые сегодня, увидев эту потрясающую арену, увидев эту потрясающую команду Анжи, захотят связать свою жизнь со спортом. And Ван Дамм, because of his movies, so many children all over the world went and were motivated to do sports. So again, спасибо to Karimov and to Ван Дамм. И Жан-Клод Ван Дамм, благодаря своим фильмам, привлек столько мальчишек в спорт, что я сегодня хочу сказать с этой трибуны еще раз спасибо, Жан-Клод, спасибо, Сулейман Керимов, за то, что вы делаете. Just please hold on for a second, because we have a slight surprise for you. I think you will be very inspired with what's going on tonight. And will take place right now. Яна говорит, что сейчас у нас есть небольшой сюрприз для наших гостей, и они, конечно, будут удивлены, что мы им приготовили, но просят их сдерживать свои эмоции. Андрюш, ты объяви сюрприз, а я пока расскажу всем по секрету, что вот насколько действительно человек живет спортом, да? Прежде чем выйти на сцену, Жан-Клод Ван Дамм сделал несколько отжиманий. Ну, штук 40 я насчитала. Это абсолютная правда, друзья. Вот чтобы быть в форме, надо быть спортсменом во всем. Жан-Клод Ван Дамм. Это легенда, ребята. И эта легенда сегодня здесь с нами. Ура! А сейчас ваш преданный детский фан-клуб, который ребята пришли сегодня вас поздравить. Your kids fan club tonight. The biggest fans of yours. You will find it out, just take a look at them. Ребята, фан-клуб, малыши Анжи в майках. Just look at their t-shirts. This is your fans. Итак. Мечта этих мальчишек сегодня сбывается этой ночью. Яна сейчас фотографирует их. В эфире телевидения сейчас их видит вся страна. Помашите рукой в камеру. Вас сейчас видят ваши близкие, родные. Ну и, конечно, подарок Жан-Клоду. Жан-Клод. Жан-Клод Ван Дамм теперь тоже играет за Анжи. И Мохаммед Кейси, два новых игрока Анжи, и я это все снимаю.
Hey, похлопайте, ребята. Вы становитесь членами семьи Анжи. Переодеться обязательно. Эксклюзивные моменты, друзья, которые точно войдут в историю футбола. Жан-Клод Ван Дам, ему подвластен любой спорт. Так, с Мохаммедом посерьезнее придется. Друзья, у нас тут легкая... Поддержите, поддержите пауза. Еще одного нового члена клуба. Рекомендую поддержать. Немножко света, света на центр сцены. Дайте, пожалуйста. Вот. Дети, давайте вперед. Дети, посмотрим, как будут бороться эти два киногероя. Ой, все-таки это состоится, друзья. Поддержим кикбоксеров. Вот это исторический день. Жан-Клод Ван Дам и Мохаммед Кисси на открытии Анжи-арены. Ваши аплодисменты! Анжи! 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 Вот это эмоции, вот это настроение! Thank you very much! Thank you, that we hope you're having a great night with us! Incredible moment! Thank you for inspiring so many kids! И воздушный поцелуй вам!